Всем привет! Меня зовут Ники Макалин, и я уже очень давно не снимала видео о книжных покупках. Мне стыдно признаваться, но те книжки, которые я вам сегодня покажу, они у меня уже больше 2 месяцев, и я из них прочитала только одну. Называется она «Между надо и хочу», и знаете что? Мне такие книжки нравятся, они очень быстро читаются, они не заставляют тебя куда-то там вникать очень сильно, но при этом они как-то очень положительно действуют на твое настроение. Так что если вы тоже хотите почитать какие-нибудь такие а-ля заумные книжки, но у вас не хватает терпения, то я вам обязательно посоветую ее. Вот эту книжку я очень давно хотела прочитать, но это был, знаете, такой период, когда мне нужно было прочитать такую книжку, но когда этот период прошел, эта книжка мне оказалась ненужной, и она до сих пор у меня лежит. Называется она «Гарвардская школа переговоров. Как говорить нет и добиваться результатов». Но все равно я хочу ее сейчас прочитать, потому что была у меня цель такая. Многие из вас знают, а может быть и не знают, я открывала свою студию маникюра. Так вот, и мне была интересна книга «Развитие бизнеса», и я ее уже начала читать, прочитала ее до половины, потому что она очень толстая и занимает очень много времени, чтобы прочитать. Но книга очень интересная, и она для узкой аудитории. Если, к примеру, вы не планируете открывать свой бизнес, то, в принципе, она вам ни к чему. И да, ребята, я забыла сказать, что сегодня я устраиваю для вас еще один супер конкурс на вот такие 3 замечательные раскраски. Они подойдут абсолютно всем, независимо от возраста. Первая раскраска называется «Удивительные города», и просто она потрясающая, красивая. Посмотрите, какие там рисунки. Вы сможете почувствовать себя настоящим художником, бла-бла-бла. И вообще, просто получите огромное удовольствие, если эта раскраска попадет вам в руки. И вторая раскраска называется «Удивительное строение». Вообще, если честно, эти раскраски очень крутые, и мне даже было жалко, что разыгрываю их я. И третья раскраска с животными. То есть вы можете не просто раскрашивать каких-то красивых животных, но и одновременно можете узнавать удивительные факты о них. Это очень познавательно. Я уверена, что даже не у многих взрослых есть такие широкие знания в мире животных. Так что можно совершенствоваться и одновременно получать удовольствие. Также в надежде, что наконец-то наступило настоящее лето, я приобрела себе несколько классных шорт. Наверное, сейчас покажется, что я каждый раз показываю какие-то похожие чересчур шорты. Но знаете, джинсовые шорты, они такие. Но так как в Москве то холодно, то жарко летом, то идеальным, наверное, было бы вариантом купить просто дырявые джинсы. Казалось бы, лето, но меня потянуло на вот такую блузочку. Она очень легкая, и она классно смотрится со всякими джинсами, шортами. Просто, знаете, я всегда смотрю какие-то классные луки, и там, к примеру, девушка может сочетать какую-то теплую кофту с шортами, и меня всегда поражало это. Спросите вы меня, почему же одни шорты да штаны? Потому что это удобно, но и без платья тоже не обошлось. А вот эта такая непонятная бабушкина вещь меня привлекла сразу с первого взгляда, и вообще мне кажется, что она так круто и по-модному смотрится. Правда, не знаю, на улице будет это уместно или неуместно, но тем не менее мне очень нравится. В общем, да, ребят, давайте я вам расскажу, что нужно сделать, чтобы попытаться выиграть одну из этих замечательных раскрасок. Первое, вам нужно быть подписанным на мой канал, потому что конкурс я устраиваю только для своих зрителей. Второе, вам нужно быть подписанным на мою страничку ВКонтакте, потому что результаты конкурса будут именно там, и сделать репост записи с конкурсом к себе на страницу. И третий пункт, написать в комментариях под этим видео на YouTube свой ID или же ссылку на свою страничку ВКонтакте. Конкурс будет длиться ровно 2 недели, начиная с этого дня. В принципе, да, на этом все. Мне очень нравится, когда победители с моих прошлых конкурсов присылают свои фотоотчеты. Так что если ты вдруг победишь в этом конкурсе, то обязательно присылай мне свой фотоотчет. Кстати, да, ребята, удивительно, но это работает. Если поделиться этим видео с друзьями, то, возможно, удача выберет именно вас. Пока!